Оздоровительно-профилактическая акция «В Новый год с безопасностью» прошла 31 декабря на главном и оживленном городском проспекте Машерова. Всеми любимый зимний сказочник Дедушка Мороз примерил на себе необычную роль. На время стал сотрудником госавтоинспекции и самым настоящим жезлом по-настоящему останавливал автомобили. Однако не штрафовал слегка удивленных автовладельцев, не проверял наличие техосмотра и огнетушителя, а, как и полагается, в Новый год дарил подарки и праздничное настроение. Будь Новый год удачлив в каждом доме. Всех по заслугам счастьем надели, чтоб никакие бури и метели в других веках ваш след не замели. Ну и, конечно, безопасности на дорогах, потому что Дед Мороз же тоже инспектор дорожного движения. Акция получилась яркой и красочной. Знаменательно, что она стартовала ровно в полдень, когда до наступления нового 2014 года оставалось ровно 12 часов и продолжалась, пока не закончились подарки. Несмотря на предпраздничные хлопоты, автовладельцы охотно откликались на акцию, пели новогодние песни вместе с Дедушкой Морозом и рассказывали стихотворения, и даже поздравляли сотрудников госавтоинспекции. Ну а я хочу пожелать вам, зная вас по телевизору, много раз видел, вот, хочу пожелать вам спокойной, хорошей новогодней службы, если она будет. А если не будет, значит, надо встретиться за столом, с семьей, с близкими, Новый год. О, спасибо. И красивых, милых инспекторов. Спасибо. Побольше в нашем ГАИ. Ну и таких Дедов Морозов. Хотелось бы желать лучшего на следующем году, чтобы более уважительно относились друг к другу и обращали внимание, что вообще происходит по сторонам, а не только впереди. Хорошее настроение, значит, спокойная езда. Но самые яркие эмоции получили от акции дети. Они-то и были главными участниками действа. Ребята живо реагировали на бородатого сказочника. При виде любимого зимнего героя они с удовольствием выходили из родительских авто, не боясь посторонних и камер. Загадывали заветное желание, пели песенки и рассказывали стихотворения. Ветхая избушка вся в снегу стоит, бабушка-старушка из окна. Внукам шелнишкам по колено снежным. Весело ребятишкам, быстро сами бегают, смеются, лепят снежный дом. Основное внимание при проведении акции было сделано на правила перевозки детей-пассажиров, ведь иногда именно они страдают из-за взрослой халатности. В праздничные дни сотрудники госавтоинспекции будут работать в особом режиме, для того, чтобы на улицах Бреста сохранялись спокойствие и порядок, чтобы было как можно меньше дорожно-транспортных происшествий. Новый год, все в хорошем настроении, но люди забывают об элементарных мерах безопасного поведения на дорогах. Поэтому сотрудники ГАИ в этот период времени будут нести службу в усиленном варианте и особое внимание обращать именно на водителей, которые будут за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще раз повторюсь, что, как показывает практика, таких водителей, как правило, за сутки 1-2 числа 20-25 человек. Поэтому не надо портить праздник друг другу, конечно же, а встречать Новый год, отдыхать, тем более 1-2 числа выходные, достаточно времени, чтобы встретить Новый год, потом отойти и уже... Естественно, в трезвом состоянии сесть за руль 3 числа. Анастасия Назримплотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.